Творческая студия «Флор», которую возглавляет отец Игорь, это союз творческих людей, которые служат Богу в том, что пишут и аранжируют духовно-патриотические песни, пишут стихи, инструментальную музыку, пьесы, снимают видеоклипы и документальные фильмы. Они организуют концерты и фестивали. Наши работы показывает православный телеканал «Союз», Крымское телевидение. Вашему вниманию еще одна песня «Город золотой». Знаете эту песню? Или нет? А кто смотрел фильм «Асса»? Это Виктор Цой, это старый фильм. Никто не смотрел? Хорошо. Но кто знает, можете попеть с нами, да, вот у нас будут эти тексты, караоке. Я хочу сказать о том, что есть такая книга «Апокалипсис», да? «Апокалипсис», слышали? Там про Царствие Небесное, про город золотой, который будет, ну, в вечной жизни, в Царстве Небесном. И там будут встречать нас три зверя. Вот об этом эта песня, о том, что о будущей радости, о будущей вечной жизни. В общем-то, смысл в чем наша жизнь? Вы знаете или нет? В чем смысл? Не знаете? А версии есть какие-то? Какой смысл? Жениться – смысл жизни, да, или нет? Не, выжить – смысл жизни. Что, какой? Выжить. Ну, сколько бы мы не выживали, мы все равно умрем когда-нибудь, да? Или нет? Когда-нибудь умрем, и когда-нибудь нас понесут наше тело на кладбище, и все. А смысл тогда нашей жизни в чем был? Смысл жизни – достигнуть Царствия Небесного. Мы появляемся на какое-то время в этой жизни, трудимся, молимся, работаем, спасаем свою душу, чтобы достигнуть рая. Учение о рае есть во всех мировых религиях. И в исламе, и в христианстве, и в иудаизме, везде. О вечной жизни. Поэтому смысл нашей жизни – делать добро, творить добро, чтобы душа преображалась, становилась чистой, радостной, чтобы в рай попасть. Вот в этом смысл жизни. И про этот рай вот эта песня «Город золотой». Можно подпевать, вот только рада. Yeah.